Долина полусъеденных Тардис. Ты думаешь о том же, о чем и я? Я думаю, что все мои сестры мертвы. О том, что они были поглощены. А сейчас мы смотрим на их трупы. А, извини, я думаю не об этом. Нет. Ты думал о том, что можешь построить рабочую консоль Тардис из сломанных остатков сотен других моделей. И тебе не важно, что это невозможно. Это возможно, пока мы живы. Я нужен Эми и Рори. Поэтому да, мы построим Тардис. Привяжи трубку прямо напротив стахионного переключателя. Да, я уже перестраивал Тардис раньше, я в курсе, я знаю, что делаю. Ты как девятилетка, пытающаяся собрать мотоцикл в своей спальне. И ты никогда не читаешь инструкции. Я всегда читаю инструкции. Табличка на моей двери. Ты ходишь мимо нее 700 лет. Что там написано? Это не инструкция. Там есть инструкция внизу. Какая? Открывать на себя. А ты что делаешь? Толкаю. Каждый раз 700 лет полицейские будки открываются наружу. Я думаю, что заслужил право открывать свои двери, как мне хочется. Твои двери? Ты хоть представляешь, как по-детски это звучит? Ты мне не мама. А ты мне не ребенок. Знаешь, так как мы сейчас болтаем с помощью ртов, что бывает нечасто, я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что ты никогда не была очень надежной. А ты был? Ты не всегда доставляла меня туда, куда я хотел. Нет, но я всегда доставляла тебя туда, где тебе нужно было быть. И правда. Только посмотри, мы разговариваем. Было бы здорово, если бы мы всегда могли беседовать, даже если ты внутри коробки. Ты знаешь, что это не входит в конструкцию. Я существую в каждой точке времени и пространства. А ты болтаешь, бегаешь вокруг и приводишь домой страждущих. Ты в порядке? Одна из почек уже отказала. Это не имеет значения. Мы должны доделать консоль. Использовать консоль без оболочки будет... небезопасно. Этому телу осталось жить около 18 минут. Вселенная, в которой мы находимся, достигнет абсолютного нуля через 3 часа. Безопасность относительная. Тогда нужно двигаться. Да, старушка? Тебе нужно будет поставить роутер времени. Как ты собираешься протащить это сквозь разлом? Мы почти у цели. Распределитель тяги и ретроскоп. Синяя штучка. Тебе интересно, почему я тогда выбрала тебя? Я выбрал тебя, ты была не заперта. Ну, естественно. Я хотела увидеть Вселенную, поэтому похитила Повелителя Времени и сбежала. И ты единственный был достаточно безумен. Чудно, только посмотри, разве что-то может не сработать? Ничего страшного, так всегда случается. Нет, постой, подожди. Ладно. Ладно, идем. Следуй за Тардис. О, нет, давай, энергия разлома повсюду, у тебя получится. Давай, переводи всю энергию на тягу, сделаем это, да. Нет, 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 нет. Что не так? Я не могу держать заряд, я вообще не могу запустить ее. Нет энергии. Ничего нет. О, мой прекрасный идиот. У тебя есть то, что всегда у тебя было. У тебя есть я.